связисты, имена которых стоит высечь золотом. Одним из таких является Люлин Владимир Федорович, работник связи, один из самых опытных и успешных менеджеров холдинга «Связь-Инвест». Где родился Владимир Федорович и что позволило ему добиться столь впечатляющих результатов? За что он был награжден знаком почета? Все это и многое другое смотрите в программе «Человек-победа» Люлин Владимир Федорович на телеканале «Нано ТВ».